Всем привет или добрый вечер сейчас у нас. Мы сейчас идем с собаками на прогулку. Да, вот шар воздушный, который летает, видите? Сколько счастья! Так, идем на прогулку и покажу вам нашу местность. Это наш двор. Рекс, нельзя курей трогать. Это мой огород. Вот мои помидорки. Красавицы. Надо будет их сегодня сорвать уже. Вот это наша американская гноярка. Сюда мы вывозим навоз, когда был у нас кабанчик, и сейчас уже только от кур помет, и потом в огород на цветы там куда. Вот это столько у нас земли. То сын купил такую сетку волейбол играть, ее можно переносить, она легкая такая. И вот это наш участок. Это наша яхта. Ой, когда-то, когда жили в апартментах, мы еще на квартире, то очень часто ездили на такой на озеро. Там есть такой маленький остров в нашем здесь городе. И мы там ставили палатку. Дети были еще поменьше. И ловили рыбу, распаливали костер. Я даже в той палатке засыпала, потому что с работы приеду и сразу едем. Я когда-то утром работала. Я расскажу, где я работаю, потому что очень много вопросов. Где работала раньше, где работаю. Сейчас я все расскажу. Сделаю отдельное видео. Вот это наш участок по эту траву. Вот, это уже не покошено, это не наш участок. Но завтра, даст Бог, доживем. И он уже, надеемся, будет наш. Вот до того леса. Даже там несколько метров уходит леса в этот участок. Завтра у нас будет уже так бы такой, как же сказать, будем подписывать документы. То, что покупаем этот участок. Клобзит называется. Я не знаю, как на русском будет. Ну, я думаю, вы поняли. И этот участок вот. Все будет наше. Почему мы его купили? Потому что мы сюда ходим с собаками. И если кто-то другой купит, где же собак прогуливать? Ну, Рекса мы только в парк возим. А Ванду нет. Потому что она агрессивная. И мы как бы по этой земле ходили эти 4 года. И оказывается, она стала продаваться. И мы решили купить этот участок. Пускай будет. У нас трое детей. Вот туда наш дом. 2 гектара и 20 соток, что-то так. Два участка этих, наш дом и этот участок, то это будет столько. Ух, уже мужа не видно, я отстала. Эти сосны. Ну, конечно, даст Бог, доживем до весны. Дети это все скосят. И будет здесь красивая тоже травка, чтобы всякие скунсы, сканкини к нам не приходили, не воняли. А то они прячутся в этой траве. И вот так будет наш участочек. И это кукуруза уже соседа, в которого я покупала зерно. Мы ее не трогаем. Здесь нельзя ее как бы себе ломать. Она 50 центов стоит, недорого. Схотел, купил. Схотел, на бесплатку поехал, дадут. Вот так. А вот это бассейн нашего Рекса.
Но что-то он не купается сегодня. Вот такой будет наш участок. Это отсюда и вот до тех деревьев. Солнце уже садится. И вот немножко этого леса будет входить в участок. Вот так. А сейчас мы идем на прогулку до нефтяной вышки. А там еще одна есть, где горит газ постоянно. Огонь такой. Я вам покажу. Ой, вот куда уже мы пришли. За поворот этот такой. Ух, немножко пробежалась. Ой, запыхалась. Кукуруза очень большая, красивая такая. Вот в том лесу, там нефтяная вышка. Кто имеет на своем участке нефть, тому повезло. Хорошо живется. На его участке ставят вышку такую, которая качает нефть, и ему зато платят деньги. Конечно, забирают и себе, ну и что-то выходит хозяину. Вот как. Грозевые ванны. Только в Рекса. Ванда никогда не ляжет в эту воду. А он... Вот вышка такая. Уже есть у меня видео. Я выставляла. Но мы сейчас пойдем туда, еще дальше пройдемся. Вот уже мы вошли в лес. В такую. Здесь дорожки как бы нет. Прокошенные. Ну, ничего страшного. Я в кроссовках. То муж у меня босиком. Я боюсь. Это только что пошла на Google, на переводчик, посмотреть, как будет на русском «барвинок». На украинском «барвинок», на русском тоже «барвинок» пишется. Вот смотрите, сколько его в лесу. Это он уже давно отцвел. И вот. Сколько его здесь есть. Будто бы кто-то насеял. Вот. Вот что у меня уже на штанах. Всякие колючки. Ну ничего. Потом почищу. Вот барвинок еще здесь. Такой красивый, темно-зеленый. Никто за ним не ухаживает. И вот какой красивый. Вот сколько барвинка. А это там стучит так. Вторая вышка нефтяная. Красавчик ты мой. Это уже другой. Чуть ли что не легла. Это уже другое поле кукурузы. Очень много кукурузы сеют в Америке. Я думаю, в всех странах так много. Ух! Вот вышли мы еще на одно пространство, поле. Вот там уже скошено сено.
А вот здесь какие-то башни. Я думаю, они относятся, может быть, к этой вышке нефтяной. И вот другая. Вот уже мы пришли. Это так оно. Смотрите, вокруг кукуруза. И вот еще одна вышка. Ну, воняет здесь газом. И вот огонь. Он горит постоянно, днем и ночью. Как-то оно так нужно, не знаю. Я думаю, многие мужчины понимают и знают. Вот идет труба, оттуда идет газ и сюда, к этому огню. Можно шашлык приезжать зажарить. Ну, этот бы газ мне в дом, то не надо было бы платить за отопление. Это тоже какая-то башня, бочка, не знаю. Даже собаки в ту воду не идут. Хитрые. Немножко вот здесь постояла, и так стало жарко, так слышно тепло от этого огня. Нужно уходить, потому что и так жарко. Идем. Как возле печки постояла. Вот здесь что-то такое. И никто сюда не приезжает, ну, с посторонних. Приезжают только те, кто над этим работает. А так, чтобы кто-то приехал, поломал, украл что-то. Ну, никогда. Все стоит. Никто не тронет. Красавцы наши. Дикси. Еще раз. Мандельта, иди сюда, Валерий. Рекс, сидеть, Жанночка, сидеть, красавица. Ай, красавица ты. Рекс сюда, дабл тайм. Это уже мы перешли на другое поле. Вот там мы были, там сено, а это уже здесь была солома. Вот какая сторня. Может быть, я неправильно сказала, но это здесь была пшеница. Вот туда. Вот в эту глушь мне надо зайти. Ой-ой-ой. Это мы уже с другой стороны выйдем. Ой, как красиво. Но уже темнеет. Уже будем идти домой. Вы представьте, это мы ходили по лесу, вот таким, по там, где скошено уже. А он босиком, чтобы, говорит,
чтобы ноги не болели, нужно ходить босиком. Меня заставляет. Но мне больно, я не хочу. Хочет, пусть ходит. Я нет. Я любого жучка боюсь, не говоря уже про какую-то там какой-то вуш, гадюку или что. Все, уже мы нагулялись, идем уже обратно домой. Уже на обратном пути, вспотел, нагрелся. Вот мои красавцы, какие кучерявцы, майоры. Ой, красивые. Ну, конечно, гиганты они у меня. Большие. А вот здесь еще астры не цветут еще. Вот два рядка. Красавчик наш сидит. Ой. Как кенгуру. Сам взлякался. Уже у нас темно немножко. Зажгли огонек мы, костер, чтобы немножко посидеть. Просто так, ничего не будем жарить. Но немножко появляются комарики. Это были очень у нас прошлую неделю, целую неделю были дожди. И появились комары. Ну, немного, но есть. Всем спасибо за просмотр. Вот, красавица прибежала. Всем пока-пока, друзья.